220 рублей клубничка. Надо выбрать себе ягодки, поесть. Прямо сейчас. Так. Вышла гулять. Так. Красивая такая. А чья ягода у вас? Бахчисарай или Турция? Какая? Ну да. Крымская. Нет, тут просто все говорят, что у нас клубника бахчисарайская, наша. Почему она так распространена? Это я ж не просто так это сказала. Я знаю, что бахчисарай, что Крым. Они даже на ценниках иногда пишут. Бахчисарайская. Хватит. Хватит. И водичку, пожалуйста. Без газа литр. А можно без не из крана? Ой, не из холодильника. Спасибо большое. И ягодки. Все ягодки буду прямо сейчас есть. Вы нас снимаете? В себя. У меня влоговый канал на YouTube. Я блогер. Хорошо. Деньги, пожалуйста, меня возьмите. Сейчас расплачусь, выйду из магазина, вернусь к съемке. Все. Все. Ягодки, водичка. Что еще надо в Крыму? Что еще надо в Крыму, вы понимаете? Фу. Узнала место. В это место я ходила в этот магазин, аптека. Вот здесь, сейчас покажу. Вот здесь были такие торговые площадки, как вот это вот. Тут мыло продавалось. Кинотеатр. Киночайка. Кинотеатр, короче. Киночайка. В общем, это улица, на которой я живу. Пить хочу, как собака. Это магазин рядом с моим домом. И вот здесь меня очень порадовало то, что здесь продают пиво, и здесь продают, мне казалось, кофе. Кофе не продают? Крафт бир. Ну, короче, вот такая вот улочка. Кто узнает судак, кто узнает. Так, ягодки на набережную, по Ленина, до Кипарисовой аллеи. И все. Вот, я живу вот в этом доме. Вот в этом. Он вот так вот выглядит. Имейте в виду. Внутри вы видели, да? Угу, угу. Ну, такое. А вообще, я сейчас успокоилась. И как-то полегче стало. Сходила в душ, разобрала вещи. Привела комнату, как я посчитала, что в божеский вид. Там, где что нужно, там вот откорректировала. Водонагреватель мне сделали. Этот, как его зовут? Телевизор мне сделали. Поэтому стрессы уменьшились. Сейчас буду идти вот такой улице, попью, уберу телефон, неудобно. Буду идти ягоду есть. Вот такая вот улочка. Иду по направлению к набережной. Если будет что-то интересное, я вернусь к съемке. Смотрите, дошла до здания городского суда. Видимо, реставрация. Меняют стеклопакеты, стоят леса. Вот какое здание, да? Смотрите. Судакский городской суд. Да, видимо, не функционирует сейчас, может быть, их переселили на время ремонта, но флаг Российской Федерации есть. А еще посмотри, какой красивый отель. Ё-моё! Ё-моё! И цветут мои любимые каштаны. Боже, какие они классные! Это что-то! Это такое дерево обалденное! Обалденная. Я же хотела не снимать, хотела идти наслаждаться ягодками. А сейчас это что за железный дровосек? Слушай, у меня все же топографический кретинизм-то он есть. Сейчас я сниму из себя рюкзак, уберу воду. С водой всегда хожу. Выпиваю, вот уже 1,5 литра выпила, вот еще литр купила. Это выдую.
А с утра пораньше пойду. Так, секундочку. Блять, не войдет. С утра пораньше пойду, знаете, куда? В кофейню и куда-нибудь еще. Сейчас я. Смотри, какое небо классное. Блин. Блин. О, роза цветет. О, какая красота. Ну-ка, дай-ка ягодку съем. Блин, какая вкусная. Идите нафиг со своими музыкальными этими. Нельзя же, чтобы она звучала. Подожди. Идите нафиг, уроды, блядь. Своей музыкой. А вы же со мной рядом живете, да? Здравствуйте. Девушка узнала. А это что такое? Когда заселялась, девчонка узнала. Чего это такое? Лесенки повыше вы еще сделали, да? Угу. По полметра, блядь. В Стамбуле, в голубой мечети точно такие же лесенки. В дар судаку от Федерации спортивного туризма России. Вот так вот. В дар... Так, туризма России, значит, это... Когда уже Россия стала... Крым. Когда Крым стал Россией, вот как. Кафе и ресторан. Это тоже в сторону набережной. И это. Каштаны уже отцветают. Посмотри, все облетели. А вот здесь нет. Вот я вроде бы вспоминаю, вроде бы не вспоминаю. Ребята, скажите, я правильно на набережную иду? Да, ага. Постоянно по тротуару. Ага, спасибо. А, какие цветы. Я не могу. Кто-то в шортах, кто-то в куртках. Я вообще не могу. Как люди по-различному одеваются. Кто сейчас вышел из дома, тот, конечно, в костюме. А кто имеется в виду в куртках, в кофтах. А кто утром вышел, конечно, в футболках. Не утром имеется в виду, а днем. Авиакассы. Ой, розы везде. Розы везде. Вообще, я должна как-то стресс пережить. Наверное, мне нужно сорвать цветок. Стресс заселения. Должна себя как-то порадовать. По-любому. А, ну тут что, ирис топтать, что ли? Ладно. Вот эту мою маленькую сорвать, да? Чего она лежит на полу? Блять, еще арестуют? Там вот Синарский суд, а Судакский суд, кипарисы, мак. Так, сейчас клубнику, блядь, забуду, уйду. С розами свяжусь. Ну-ка. Ой, какая хорошая розочка. Ну ладно, тебе повезло, живи. Ты и так полудохлая. Мы лежачих не бьем. Тебя и так жизнь наклонила. Срывать нужно сильные, потому что они все равно вырастут. Это так же, как с людьми. А что слабых? Что их добивать? Они и так, блин, всю жизнь на коленях. Это да. Так, вот какой отель. Сурож. Так, ягодка. Угу. Пожалуйста, требуется сантехник, электрик, помощник повара, посудомойка, официант, горничная. Кому нужна работа, устраивайтесь. Видите, сезон еще не готов. Тут бургер. Бургер С какой-то. Ну, красивый отель, да? Очень даже. Клубника, это что-то. А что получается? Клубника. Если ее наемся в Крыму, приеду туда, она у нас уже поспеет. Ну, поспеет. Мне же никто не даст
С матерью я особо не базарю. А кто мне даст клубники? Точно так же придется у бабок покупать втридорога. А наши бабки, которые торгуют, они не продешевят никогда. У них такая дорогая клубника. В супермаркетах дешевле. Да-да-да. А сколько еще идти до набережной? Блять, не знаю, память дырявая. Тут помню, там еду, не помню. А скажите, пожалуйста, до набережной далеко еще? Спасибо. Чего не помню, понимаете? Чего не помню, блядь. Ну, иду, иду, иду. Крымская косметика. Ой, там столько много всего. Так. Я жила рядом, где полиция. Вот я выворачивала к пляжу раньше. Все, поняла. Так, это остановка. Вот на этой остановке должны ехать автобусы в Новый Свет. Ну, насколько мне не изменяет память. Вот там, чуть подальше, должен быть ларек, ой, такой киоск, где продают билеты. Я все в порядке, да? Мама, будешь? О! Вот в этом дворике я ела. Вот, я в этом дворике ела. Рынок Приморский. Тут была кафешка. Она сейчас закрыта, что ли? Я ничего не понимаю. Вот в этом дворике я ела. Даже рекомендовала женщина, у которой я жила, сюда ходить есть. То ли у них... Вот в эти двери я заходила. Тут был рынок, вот в эти двери. А, прикиньте, они не открыты. Сегодня 24 мая. Они не открыты. А, все, посмотрите. Автобусные кассы. Видите, он говорил, этот ларечек. Ларечек, ларечек. Да уж, да уж, да уж. Угу. Там такой проходик. Слушайте, я помню. А сколько дней пробыла в Судаке? Наверное, дней. Ну, я в Алуште была 5 дней. А в Судаке, наверное, была дней 6. Слушайте, или 5 тоже. Наверное, 5. Подожди, у меня отпуск был 2 недели. Угу. Угу. Артур Пирожков поет, блядь, на всю. Зацепило меня. Короче, нужно ненадолго прервать эту съемку. Вот такой вот, если пройду этот участок дороги, и чтобы не было нарушения авторских прав, я вам оттуда вернусь к съемке. Вот, короче, вот это, оттуда льется музыка. Я начала, убрала камеру, и все, началась реклама. Очень хорошо. Так, шляпы продают. Шляпы. Так. Помню все. Вот здесь помню точно. Вот здесь помню. Очень хорошо помню. Фу. Как дома. Судакова в Судаке, да? Первая прогулочка. Угу. Вино на разлив. В 2017 году особо не ценила. В этом магазине много раз покупала водичку. Вот по эту сторону должен быть супермаркет какой-то. Да, вот по эту сторону. Торговые ряды. О, какое Лесе платье. Она тоже его в Крыму покупала, в Новофедоровке. Точно такое же. Потом она уехала, мне его оставила. Потом я его постирала, и оно село. Пиздец, блядь. Может быть, ей купить платье? Олеся, моя дорогая, если ты видишь это видео, напиши мне, тебе надо это платье? Я тебе куплю.
продают всякое барахло. Ну, судак-сувенир, прикиньте. Браслеты. Ёб твою мать. Ну, кто такие браслеты носит? Ребят, а вот в этом магазине, я разговаривала с женщиной в прошлый раз. Здрасте. Здравствуйте. Вы мне... Что вы хотели? Я разговаривала с женщиной, и она рассказывала, когда была Крымская весна, прежде чем Россия вступила в... Вот в этом магазине я пошла за прокладками. У меня же, конечно же, тут же случилась, блядь, оказия, когда я приехала на отдых. Она рассказывала, знаете, как сказать, когда вот Крымская весна, перед тем, как... А о, это рынок. Ты чё, охранник? Перед тем, как Россия вступила... Крым вступил в Россию, когда стал частью России. Как с моря ехали, корабли плыли, и как парни из судака, вот так вот мужчины, вставали, и там их прям убивали прям в воде. Представляете, она говорит, и она рассказывала, и она ревела. Она говорит, меня у знакомых сына убили. Вот так вот. Прикиньте. Она говорит, у нас все море было в крови. Там несколько человек убили со стороны моря, когда. О, вот он супермаркет. Вот он. Купальнички. Для кого их продаете море 15 градусов? Ой, блин, такие воспоминания. О, вот это кафешка. Подожди, я же здесь баранину ела. Они не открылись еще. Я здесь ела баранину в 2017 году. А вот по эту сторону должна быть очень хорошая столовая, очень красивая, с такими прям колоннами белыми. Очень-очень должна быть красивая столовая. Слушайте, я сейчас вспомнила про этот рассказ, мне аж не по себе. Восточные мотивы. Вот сейчас еще чуть-чуть и столовка. Ой, слушайте, как много не открылось всего. Ну-ка, вот это вот Денис. А, Денис, это вообще по-турецки море. Я-то помню, что я прямо на запчинах на таких сидела. Нет, не здесь. Я здесь даже ни разу не была. Я здесь сколько раз проходила в 2017 году. Здесь всегда были какие-то обслуживания. Здесь всегда люди танцевали. Вот-вот-вот музыка играла. Вечером, наверное, клево будет. Сейчас время начала седьмого. О, платье красивое, красное. Сколько стоит? Он на меня налезет? Красивое какое. О, я такое люблю. Лен, да? Ну, вот знаете, что? Вот единственное, что вот, может быть в пройме оно мне не сядет, на грудь стянет. Сколько стоит? Хорошая. Так, что-то 15 дробь 110. А вы не хозяйка? Сколько стоит? 4200. 4200? Оно, блядь, и выглядит на 4200. Оно и выглядит на 4200. Очень красивые. Я похожая вещь покупала, знаете, где в секонд-хенде? У меня было такое платье, оно цвета не горчичного, вот не такого, вот это как стоит рядом. Было похожее платье у меня. И оно что-то как-то... А куда оно делось, блядь? Полиняло, что ли? О, тайские удовольствия. Тайские удовольствия. Ну что, как ощущения? Да кого там приятные? Да кого там приятно? Это что-то вообще, это что-то страсти-мордасти. Вы... Слушайте, вы отважные. Ты хоть за руку ее держи. Что ты там? Она тебе так-то жена. Не бросай ее. Ну посмотри, ну что такое? А сам такой же сидит. Вовсе пеной пошел. Ой. Сколько стоит это удовольствие? А, вот, 10 минут 300, о, за 250, 20, ага, а там опять музыка орёт, опять, спасибо большое, я пошла гулять, я только приехала, на обратном пути, может быть, а вы до скольки работаете? До 8. Все, спасибо, а время полседьмого? Время полседьмого? А? Время полседьмого? Где-то так, да? Нет? 7? Бля, вот видите, я как иду криво, спасибо. А, музыка, как обычно орёт музыка, блин. Ненавижу я вот эти вот всякие уличные съемки. Так, ну вроде бы прошла этот участок, и не так отчетливо слышна музыка. Хотя подхожу к следующему участку, она тут опять играет. Так, а где же...
Блин, вот та кафешка, где я ела это, баранину, ее нет. Вот так. Что тут, кроме хата рыбака? Так, спасибо. Угу. Музыка, как обычно, играет, блядь, не захочешь подходить. Там не захочешь заходить, чтобы снимать. Вот. Вот, видите, это шикарное здание по правую руку. Это, короче. Это, короче, чуть-чуть. Это столовка. Это должна быть столовая. А, подожди, нет. Она не менее прикольная. Это клуб ночной. Я вспомнила. Синим вечером это светится. Ой. Это клуб ночной. Да. О, вход-то законсервирован. Вход бесплатный 5 июня, но я уже улечу. На сезон приглашаем повара, официантов. Но они еще не открылись. У них открытие, наверное. А, открытие. А, так, это XXX. Какого сезона? 5 июня. Вход бесплатный, с 10. Потому что они только открываются. Чтоб не сглазили. Ой, ё-моё. Ой, ё-моё. Смотрите. О, господи, еще машала еще. И... Вот, говорит, девушка моей мечты. О, какие красивые. Вот, это же украинский шинок. Это же украинский ресторанчик был. Слушай, такой красивый интерьер был. Очень. Они тоже не открылись еще. И, вот видите, там это изба. Ласкаво просим, типа, добро пожаловать. Блин. А я в этот ресторанчик просто заходила. Как сказать? Вот столовка крутая, про которую я говорила. Или, блядь, нет, это. Сейчас покажу цены какие. А, были очень даже достойны, очень даже хорошие цены. Первые блюда: борщ 55, борщ зеленый 48, лагман 110, окрошка 68, суп гороховый 55. Так, это то же самое повторяется. Салаты, посмотрите, какие цены. А, винегрет, капуста, крабовый 75, летний 45, овощной 59. Вот, посмотрите. Биточек мясной 85, котлета куриная 66, котлета мясная, куриное бедро. Цены вообще, знаете, вот я вот в этой столовке ела, а опять музон играет. Слушайте, тут маленько по-другому было. По-другому, реально по-другому было. Тут, короче, подожди, фонтан же должен быть. А, фонтан в центре. Фонтан в центре. А, вот это раздача. Столовая еда называется. С 9 до 10. Но я кушать не хочу. Как красиво. Прям вот реально красиво. Все сувениры. Футболки. А, отовсюду музыка. Отовсюду музон. Бабуля продает цветы. Ну что, самой себе купить цветы, что ли? Боулинг, пожалуйста. Видите, ночная жизнь в Судаке может быть. Ого-го, какая! Никакая это не деревня, как многим кажется. О, рынок. Так, интересно, сколько тут клубника? Я... О, господи, опять музон играет. Да идите вы нахуй, блядь, своей музыкой. Боулинг, свободная дорожка. Блядь, вот я тупень. Вот моя столовая, вот. Вот здесь я ела. Ну и там тоже ела. Вот здесь фонтан. Вот. Смотрите, столовая по-домашнему. Эски, кто там? А, вот. Вот фонтан. Ё-моё. Ура. Вот та столовая, в которой я кушала. Причем я здесь ела в день своего рождения. Я вам сейчас что-то по ценам тоже расскажу. Вот эта столовая. Посмотри, какая атмосфера классная. Даже такие топчаны есть восточные. А люстра какая. Ну просто произведение искусства. Я же помню, что я, блядь, где-то была и вот окружалась. А что-то Wi-Fi есть? А, помоги нам стать лучше. Ага. А куда уж лучше-то? Угу. Ой, девчонки. Здравствуйте, девушки.
покажу. Покажу ассортимент. Прямо она прям реально крутая. Вот. Я вспомнила. Я 19 сентября пошла и начала тут прямо есть с утра. А потом, знаете куда? Через этот. А потом кинулась напротив в бар. Слышите, я прям помню. Сейчас покажу. Вот, пусть покажу. Представляете, ничего не изменилось, мне кажется, она стала еще лучше. Сейчас покажу. Смотрите, какая, как, блин, как мишленовский ресторан. Вы посмотрите. Так, ну вот смотрите. Хлеб берешь сам разного вида. Это судак, это набережная. Блинчики с мясом, запеканка творожная. Цены нормальные. Не знаю, вообще идеально просто. Посмотрите, кусочки какие. Сейчас я покажу закуски. И вот если бы я хотела жрать, я бы вот, мне кажется, осталась. Морская капуста, сельдерея, маслины. Берешь все, накладываешь, а потом тебе взвешивают на кассе. Ну, судя по всему, наверное, вот так вот. Что-то, блядь, я не помню, у меня провалы в памяти, ни хера не помню. Фуршетный стол, все по 77 рублей. Вот так вот, фуршетный стол, это оказывается. Что-то вот таких тонкостей я не помню. Тут же, посмотрите, закуски. Так, орешки в стакане, там 120, арахис в глазури. Смотрите, какие. Куриная печень по-грузински, свеженький капуста, огурец. Это что? Вот такое вот я люблю. Грибы по-корейски. Это вот очень вкусно, по-любому. Глядите, это судачок, сельдь под шубой. Здесь, смотрите, вот, например, тут же написано, все по 77 рублей. Берешь кусочек, вот, шубки, 77. Все, 70, цена за 100 грамм. Цена за 100 грамм. Допустим, если у тебя этот кусочек шубки высунет там, ну, на 200, блядь, заплатишь два раза по 77. Сейчас покажу дальше. Прикиньте! Я просто так время уже 7, не хочу есть. Вот, блядь. Посмотри, девчонки выстроились. Я их предупредила, что буду снимать. Он говорит, ой, снимай, что хочешь, а. Гляди. Биточки с индейки. Люля-кебаб печеный. Посмотрите, люля какой обалденный. Шашлычки. Филе куриное с овощами. Одна штука. 190 грамм, 145 рублей. И на цены глядите. Ну что, дешевле только даром, согласитесь. 220 граммов, 100 рублей. Смотрите на цены. Я не знаю, мне кажется, есть смысл поехать в судак, да, ведь отдыхать? Семга на пару, 255 за 100 грамм. Заебочек просто. Ну, скумбрию, блядь, я не люблю. Ну, как я ее люблю, но не до такой степени, чтобы я, блядь, ее прям ела. Скумбрию копченую поела бы. Это еще не все. Я покажу. Так. Глазунья с колбасой, драник картофельный, грибочки в соусе, омлет с колбасой и помидорами. Блять, омлет какой. Сюда пойду завтра жрать. Угу. Что сюда идти 15 минут. Если быстрым шалом идти 15 минут. Биточки. Кабачки с тимьяном и сыром. Вот это вот, блять, это пиздец, очень вкусно, наверное. Это что такое? Это и кругляшки. Картофель молодой. Это тоже фуршетный стол, все по 77 рублей за 100 грамм. Жри, что хочешь. Баклажаны, как грибочки, с луком. Это баклажаны. А это кефтели в подливе. Это клубника, которую жру. Напиточки. Десертный стол, ну-ка, напитки. Пунш из лайма, 250 миллилитров, 60 рублей. Пунш из лайма. Мохито, безалкогольный, 130 рублей. Блядь, да можно себя чувствовать мохито небесный, безалкогольный. Что-то можно себя чувствовать тут, как у Христа за пазухой. Натуральные сладости. Касса наличного расчета. А, здесь, блядь, наликом нет. Здесь карточка нельзя рассчитаться, что ли? О, прикиньте, вот эти вот. Вот эти, блядь, какие они вкусные, это 100%. Ну, там, допустим, вот на это вот у меня не глянется. Хотя они выглядят очень аппетитно. Но вот такие вот я люблю с кофе. О, пивасик. Пивасик. Можно здесь бухать с утра. Туборг 150. Крым. Хорошее пиво Крым светлое. 90 рублей. Блять, можно тут спиться просто. О, желе. Ну, это я не люблю желе. Желе клубничное.
клубничный десерт. Выглядит роскошно просто. Банановый мусс. Выглядит реально роскошно. Блин. Это варенье. Я считаю, что лучше здесь купить, например, соленая карамель с орешками. Или, например, любое другое. Например, вот эти вот, в меду, миндаль в меду. Вот цены. Варенье орехи, кизиловое. 150, 190, 225, 250 рублей. Орехи в меду 370 рублей. Эта вот баночка стоит. Вот это вот. Ну, смотрите, крем смородина, крем мед манго. Вот. Ну, такой вот я тоже не люблю. Это что-то чай. Чай. Чай, выручай, печенье. О, лукумчики. Снэк-бар. Все по 70 за 100 грамм. Это бухать. Это приходишь, бухаешь и все. Бля, я просто представляю. Так, сухарики по-домашнему 25 рублей стакашек. Смотрите, какие аппетитные. Так, суп харчо с телятиной 100 рублей. Борщ украинский с мясом за 70. А, цена 450 грамм. 300 грамм 70 рублей. 450 грамм 100 рублей. Рассольник по-домашнему. Бульон куриный с лапшой. А скажите, пожалуйста, у вас нет, да, безналичного расчета? Есть. Есть, все отлично. А вы до скольки работаете? До 9. А со скольки? С 8 до 9. Шикарно. Так я еще успею по набережной пробледнуться и пойти сюда. Вот реально успею. Ну уж я пошла на набережную так. Надо идти на набережную. Ну согласитесь, вот. Вот про какую столовку я вам говорила. Вот и все, вот и все. Господи, на набережную, боже мой. Выходим. Там второй этаж. А, музон играет опять. Блять, как я вот это вот не люблю снимать в общественных местах. Это просто попадалово какое-то. Котик. Ой, блядь, я думаю, откуда-то из нормального места у них из пакета играет колонка. Смотрите, некоторые стулья все еще зачехлены. Блин, еще ничего не готово к открытию. Посмотрите, они только открываются после сезона. После зимнего сезона. Только готовятся стулья в чехлах. Или они, подожди, блядь, они такие есть. А выглядят, да, как в чехлах. А так они такие есть. О, а эти все пидорят. Давайте, ребятки, давайте. Все моет, отлично. Отлично. Этот начнет программу. Выглядит реально, да, как в чехлах. Так. Шаурма. Угу. О, море вижу, слава богу. Вижу море. Угу. Тесто, мясо, хачапури, пиво. Так, чебурек с мясом 80 рублей. Чебурек с сыром 75. С мясом, сыром 80. Чебурек с бананами и шоколадом 180. Янтык нет. Караимская 80. Что-то кубите 100. Соусы, пиццы, маргарита 450 рублей, 40 сантиметров, 30 сантиметров, 275. Ну, вы видите цены, да? Блять, музыка играет. Крымский дворик, как вы заебали просто, как вы заебали. Уроды вы, блять, несчастные. Это просто, смотри. Привет, бабулечка. Кому, вам? Мне кажется, вам нужно было купить. Ну зачем я куплю цветочек? Так, вот здесь вот по левую руку, при выходе там перед набережной, перед там первый или второй ларёчек, должны быть такая организация, на футболках делают надписи. Вот в натуре здесь помню, там не помню. Вот я вообще... Лагман, чебуреки. Так, смотрим цены. Чебуреки, мясо, сыр 100. А, каша молочная 110. Вот.
цены, ставки на паузу. Смотрите, ну тут дорого, тут нехуй делать. Ну салат 550 рублей, 350, 270. Что, охуели, блядь, что ли? Итальянская кухня. Ну какая тут итальянская кухня, если вот, если вы меню не можете, блядь, нормально сделать? Как вам можно заплатить такие деньги, хотя можно пойти в нормальную столовку поесть? Ну вот реально, посмотрите. Посмотрите на вывеску. О, девчонка фотографируется с обезьяной. С двумя аж. Это очень распространенная. Вот тут вот такая тема. Очень много кто предлагает эту услугу. О, вот видите, день рождения празднуют. Шарики, люди бухают. Я так, вот я такое очень люблю. Посмотрите, как украшено красиво. Даже то, что играет музыка, ну, по-любому придется, наверное, либо желтый доллар будет, блядь, еще громче сделали, пидорасы. Та-да-та-да-та-та-та-та-та. Первую любовь не забывай. А, вот и про это я говорила. Вот здесь вот. Вот здесь можно сделать, заказать любую надпись на этой. Тысячи звезд одну, самую яркую, желаю тебе из тысячи нос одну, самую сладкую. Блин. Вот, пожалуйста, свинина, говядина, баранина, 250 грамм, 470 рублей. Вот жарят, все. Жарят, парят, имейте в виду. Вот еще одна столовая. Вот здесь я, знаете, ела. Подожди, еще я была в одной столовой, которая вот там, чуть дальше. Да-да-да-да-да-да-да. Блять, играет музыка. Это отвратительно просто. Тут, блядь, как бы в минус самой не уйти. Она не готова еще, столовая. Я вот тоже такое было, типа кафе, столовая. Я вот здесь кушала, вот видите. А сейчас идет там ремонт. Но они не успеют же к сезону. Ой, блин, они не успеют. Да. А вот здесь должен быть фонтан. Вот задуст. Вот эта фигня. О. У меня уже 33 минуты видео. Ой, блин, наверное, тяжело будет смотреть. Хотя, ну, вот, блин, пораньше-то они не могли начать ремонт. Ну, реально, вот развели такую херню. Пиздец, блядь. Ханский дворик. Ханский дворик должна быть что-то в восточном стиле. У них кухня-то, может, восточная, но посмотрите, стулья-то какие. А, ну вот есть эти кушетки. Как они? Вроде бы называют дастархан вот это вот. Вот эти вот кушеточки. Вроде бы так. Все, море. Море, море. А, ой. И здесь фонтан еще пока не открылся. Но 24 мая, наверное, в сезон-то откроется. Здесь тоже был очень хороший фонтан. Очень шикарный просто. Блять, это откуда музыка? Как вы заебали просто, пидорасы же вы, блядь, несчастные. Тут та кафешка тоже еще не открыта. Здесь такая прохлада была от фонтана. А его еще даже не вычистили. Посмотрите, во что он превратился. Болотцы. Но вычистить-то его вычистят. Вот там, видите, двери закрытые. Тоже хорошее кафе. Прям клевое. А я в том кафе ела. Там тоже есть такие восточные столики. А когда я ездила в Судак в 2017 году, мои коллеги, с кем я работала в военкомате, Елена Павловна и Максим, они говорят: «Ты, Инна, сходи туда, посмотри». Они были за год до... за год. Допустим, я была в 2017, они в 2016 отдыхали. Она говорит: «Нам так нравилось, это прям вот наше кафе. Инна, сходи, сделай нам, сними фоточку». Но у меня еще не было Инстаграма, я им так просто это снимала. Вот, видите, турочки продают. Турочки, магазин восточных сладостей. Какая красота. Посмотрите, это лукумчики. Если честно, я уже подустала снимать. На Бригантине я один раз ела в кафешке. Да. Смотрите, какие горы. Ослик. Вы посмотрите, какая прелесть. Вы просто гляньте. Ослик. Солнце садится.
садится солнце, прогулочка. А, вот там продавалось очень вкусное мороженое. Мне кажется, оно все еще есть. Вот начало набережной оттуда, а конец набережной вот там. А чем дальше в ту сторону, чем чище море принято читать. Ну, так местные говорят. Блин, ну клево. Ну согласитесь, блядь, ну судак, ну вот охуительно. Вот реально, это охуительно. Я бы даже сказала, что лучше, чем в Ялте. Вот это кроме шуток, это так оно и есть. А я вам сейчас покажу море. А, вход. Штормит оно, но не штормит. Сейчас я погляжу и пойду в кафешку, наверное. Да, пойду в кафешку, сяду, поем. С металлоискателем ходит. Посмотрите, во-первых, здесь песок. Песок такой крупный, но это песок. Пляжи еще не готовы. Еще не готовы, но все лучше и лучше. О! Девка-то купается. А вы посмотрите, какие кадры. Блядь, ну это что-то. Это реально. Это реально? Нереально. Это обалденно просто. Обалденно. Как пахнет морем. Как пахнет морем. Блин. Блин, 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 блин. Знаете, судак, он хоть и находится далековато от всех, но это того стоит, поверьте. Судак в Крыму. А вот знаете, кто побывал в судаке, тот больше не признает никакой другой. Никакой другой, ни, во-первых, ни пляж, никакую другую атмосферу. Я это много раз слышала от местных, много раз. Вот реально. И очень местные, например, сами живут в Симферополе, и если они едут отдыхать, то они едут в Новый Свет и Судак. Ну это ли не красота? Ну согласитесь, это роскошно. Ё-моё, это роскошь. А море какое? Все, мои хорошие. Я заканчиваю снимать. Если я видео не загружу, знайте, меня унесло волной в пучину морскую. Все.